Праздная дата, большой юбилей. Мы вас от души поздравляем. Тимуру Мокрякову 8 лет. Он усердно учил стихотворение, чтобы поздравить соседку Марию Николаевну Захарову. Сегодня ей исполнилось 100 лет. Моя соседка Мария Николаевна участвовала в Великой Отечественной войне. Она спасала раненых солдат. Я ей горжусь. Такой день рождения совсем не грустный праздник. Родственники, друзья, соседи спешат поздравить самую уважаемую жительницу деревни Трубачеевка. Дети из творческих коллективов, одетые в военную форму 40-х годов, пели песни, читали стихи и дарили имениннице свои рисунки. Духовой оркестр специально для именинницы исполнял любимые мелодии военных лет. О том, что в этом доме живет участник Великой Отечественной войны, теперь свидетельствует закрепленная на стене табличка. Мария Николаевна – человек удивительной судьбы, но при этом безгранично скромный. О себе говорит неохотно. Воевала, были ранения, имеет множество наград. Работала на фабрике помощницей мастера, затем стала мастером. Сдаваться не привыкла, потому и держится, как настоящий боец. Во всем она сама принимает участие. То есть у нас ветеран очень бодрый, очень хороший. Вот, соответственно, такая значимая дата, столетие. Мария Николаевна вместе с семьей угощала многочисленных гостей, рассказывала о жизни, войне, показывала старые черно-белые фотографии и делилась эмоциями с нашей съемочной группой. Даже не передать. Я в восторге, я не ожидала такого. Очень-очень благодарна, что так меня посетили. Мария Николаевна призналась, что с удовольствием устраивала бы такие приемы не только в свой день рождения, но и каждый день. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».